Всем привет! Решила снять обзор книжечки развивающей, которую я связала. Значит, она такая у меня простая, несложная. Значит, что у нас в этой книжке? На первой странице у нас сразу мы видим цвета радуги, которые можно ощущать тактильно. Серединку можно также щупать, бусинки. Открываем, значит, книжку. На первой странице у нас машинка, которую можно перемещать. Дальше в облачко тоже можно по небу перемещается, прячет как бы солнышко. Далее часики выставляем, учимся считать, но это, наверное, постарше детки. Тут как бы я собрала несколько этих возрастов в одну книжку, конечно. Ну, лучше делать для одного возраста книжку и для другого возраста, в соответствии, чему учится ребенок. Да? Вот, также можно тут изучать циферки. Затем учимся считать до 5. Дальше шнуруем. Шнуровка. Учимся в колечки вставлять и шнуровать там разными способами. На следующей странице у нас тут вещи. Шапочка, носочки. То есть изучаем название. Бантик. Можно как бы маленький, большой бант. Затем у нас цветочки. Также они отклеиваются. Вот, можно их местами менять. Серединку тут разные цвета я специально сделала, как бы изучаем цвета. Бабочка, божья коровка, также изучаем. Затем у меня тут, значит, на этой странице просто цветочек и карманчик. Здесь у меня фигурки: квадрат, кружок, треугольник, каждый размещен по фигуре своей. Тоже изучаем цвета, фигуры и так далее. Можно эти фигурки переместить в общий карман. Вот. Ну и все. Такая вот книжка развивающая. У меня получилась. Простая, несложная. Вот. Вяжите с удовольствием. Спасибо за просмотр.